Одна полоска – это то, что каждый хочет увидеть в своем тесте на ВИЧ. Быстро, анонимно, бесплатно, еще и не надо ехать в больницу. Сегодня экспресс-тестирование проходит в парке Изумрудный. Никаких документов, никакой подготовки, кровь берется из пальца, а результат готов уже через 10-15 минут. За это время врачи успевают напомнить о том, как передается ВИЧ. Ведь многие уверены, что заразиться можно даже через посуду, перила или укусы комаров. Обязательно мы какой-то парк посещаем, очень часто у торговых центров останавливаемся. Также проводятся у нас акции масштабные. Вспомним тот же самый Всемирный день памяти умерших от СПИДа 19 мая он у нас прошел. Мы и рабочие коллективы обследуем. Помимо самих районов Барнаула мы выезжаем и в районы Алтайского края. Пока сейчас летний период, мы стараемся как можно больше охватить районов. В этом месяце и в Барнауле, и в районах тоже запланировано экспресс-тестирование населения. Актуальную информацию можно найти на сайте и в соцсетях Краевого центра по борьбе со СПИДом. Точно так же быстро провериться на ВИЧ можно и в самом центре на 5-й Западной, 62. Сегодня о своем положительном ВИЧ-статусе знают порядка 20 тысяч жителей края. А сколько даже не догадываются – хороший вопрос. Профилактика, она необходима вообще во всем. Проверять свой организм на все. И ничего здесь такого нет. Я буду больше знать про себя, про свой организм, насколько он у меня здоровый. Ну, потому что это мне надо. Это тем более, это все доступно, бесплатно, блин, это же классно, здорово. Я бы хотела сказать людям, не бояться проходить такое экспресс-тестирование. Не стоит навешивать какие-то ярлыки, к тому же ВИЧ-инфекция – это на сегодняшний день не какой-то приговор, это просто хроническое контролируемое заболевание. Но только в том случае, если пациент вовремя обратится за помощью. А это повод отбросить стеснение и узнать свой статус. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.